Анастасия Баранова учится на третьем курсе химико-биологического факультета УГУ. В конкурсе «Умник» она участвует первый раз. Экспертам она презентовала свой проект по медицинским разработкам. Они с командой решили создать новый состав СИЗов как для личного пользования, так и для медучреждений. По их словам, старые компоненты уже не несут никакой пользы и защиты. В отдельности эти компоненты, они более уже неэффективны для дальнейшего использования, так как бактерии очень быстро адаптируются к своей потенциальной угрозе. В финальном региональном этапе участвует 35 человек. По итогу объявят около 10 финалистов, которые смогут и дальше бороться за реализацию своего проекта. Победитель получит 500 000 рублей на осуществление разработки. У нас традиционно задействовано 6 областей. Это IT-технологии, медицина будущего, новые материалы, технологии их создания, новые приборы, аппаратные комплексы, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика. Задумку из другой области представлял Артем. Его любовь к автомобилям привела к тому, что он с командой разработал проект по автоматизированному управлению на автозаправках. Проект заключается в разработке системы на новой платформе, которая будет использоваться на заправках для управления колонками и работы с клиентами, так как старая система является очень сильно устаревшей, много количества ошибок, багов. При оценке работ эксперт обращает внимание на необходимость и актуальность проекта, его возможность исполнения на практике, а также необходимый объем финансовых затрат для реализации задумки. Кто-то в конкурсе участвует не первый раз, ведь, по словам участников, эта программа дает мощный импульс для развития своей разработки. Ванесса Петерс, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ.